Всем привет, дамы и господа! И сегодня я хочу вам рассказать о колясочке от компании Bugaboo. Моделька называется у нас Lynx. Это крайне похожая моделька на Fox модельку. И, скажем так, уменьшенная ее копия для людей, кому Fox, наверное, слишком большевато. Вот. Но это не значит, что это маленькая. Fox большая, а это нормальная, абсолютно полноразмерная колясочка. Чуть более компактная, чуть поаккуратнее. Вот. Комплектация, естественно, два в одном. Напомню, это трансформер. Люлька переделывается в прогулочный блок. Перед обзором давайте немножечко технические характеристики. Вес с люлькой у нас 11,2 кг, с сиденьем 10,9 кг. Она с рождения до 4-5 лет. Максимальный вес ребенка она выдерживает 22 кг. Это достаточно большой запас прочности. Размер, кстати, люльки тоже абсолютно полноразмерный, 75-32. Это большая, крупная люлечка. И, что немаловажно, размер, ширина колесной базы здесь 60 сантиметров. То бишь, вы в любой лифт везде нормально заедете. Так, давайте сейчас с вами посмотрим на люлечку. И какая, скажем так, сильная сторона у колясок Bugaboo, их козырьки. Это просто вообще огроменные козырьки. Вот сейчас в самом обычном положении, не расширено, он уже большой, нормальный козырек. На стеночке у нас есть вот здесь вот смотровое, скажем так, окошечко. Ну, это даже не смотровое окошечко, а для проветривания, чтобы солнышко попадало больше ребенку. Вот. И этот козырек еще можно у нас увеличить. Открываем. На самом деле увеличение козырька не бесполезная вещь. Элементарно, ветер подул, пыль полетела. В зимнее время года, естественно, лучше его побольше закрывать. Вот так вот. Раз, и у нас полностью ребенок закрывается. И здесь у нас не сеточка, а полноценная ткань. Не продувает, все плотненько закрыто, все внахлёст, нигде никаких щелей. В общем, козырек тут просто какой-то дичайших размеров. В общем, 5 баллов здесь за козырек. Так, что касается самой люльки. Естественно, у нас здесь есть такая вот накидочка. Накидочка у нас на замке. Вот. И мы имеем большущее пространство. Внутри в обивке очень приятный и качественный материал используется. Основание у нас, вы видите, деревянное, не пластик. На самом деле, даже если был бы пластик, это абсолютно не проблема. Главное, ровное, жесткое дно, потому что ребенок лежит у нас не на деревяшке, а на качественном, хорошем, классном матрасике. Матрасик здесь вообще как бархат сделан, очень тактильно приятный. У нас здесь в люлечке еще есть по бокам парочку таких маленьких кармашков. Не знаю для чего, но что-нибудь можно туда поместить. Собственно, люлька здесь такая классическая, полноразмерная. И про нее особо много не расскажешь. Но у нее козырек это просто 5 баллов. Собственно, давайте теперь воспользуемся чудесами монтажа. Я ее переделаю в люльку. Ой, пардон, не в люльку, в прогулочный блок. И мы продолжим с вами ее изучать. Вот, собственно, и переделал я люльку в прогулочный блок. Сразу скажу, прежде чем переделывать прогулочный блок в люльку или наоборот, обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Потому что здесь, как говорится, методом интуиции, знаете, не получится это все собрать. Можно, но желательно посмотрите все-таки инструкцию. У меня возникли кое-какие вопросы, и я читал инструкцию, прежде чем все это переделать. Поэтому имейте в виду, это не раз, два и все. Вот, собственно, давайте изучать прогулочный блок. Козырек используется один и тот же и на прогулке, и на люльке, так же, как и бампер. В люльке это служит у нас для транспортировочки, для переноски, а в прогулке это у нас прогулочный, ну, это бампер, скажем так. Козырек, смотрите, это тот же. И здесь у нас смотровое окошечко, с проветривания окошечко, все это есть. И давайте посмотрим, насколько он сильно прогулочный блок закрывает. Вот, он закрывает его полностью. Это здесь избыточно, как по мне, но опять же, ветер, пыль полетела. Можно пользоваться, как говорится. У вас есть, по крайней мере, запас. Много, не мало. Вот. Так, что из себя представляет прогулочный блок?
Это блок с системой гамака. Здесь у нас ребенок не может полностью ровно лежать. Здесь ножки немножечко изогнуты. Для кровообращения такая система получше. Но не все, конечно, эту систему приветствуют. Но здесь она такая, ничего здесь не поделаешь. Здесь вот одна ступень. Так мы посадили. Здесь почти 90 градусов. Капитанская посадка. Ребенок сильно назад не завален. Это родители очень ценят. Многие. Ну и полностью лежачая, вот у нас вот такое. Это нормально, чтобы ребенок спал, сразу вам говорю, в этом никакой проблемы нет. Так, блок, естественно, он реверсивный. Нажимаем кнопочку одну, другую, снимаем и переставляем. То же самое и в люльке. Я вот в люльке вам не показал, как она снимается. Снимается она точно же так же. Нажали по одной кнопочке, он разблокировался, и вы, собственно, можете снимать. Так, реверсивный. Понятное дело. Все. Что касается материалов, я, кстати, вам в самом начале не сказал. У Бугабу нет проблем с материалами. Материалы качественные, дорогие, очень тактильно приятные, плотные, непродуваемые. В общем, тканям вы точно не придеретесь. Ткани здесь очень высокого класса. Так, бампер у нас здесь откидывается как калиточка в сторону. Можно посадить ребенка. Сразу фишечку отмечу, что здесь ремни все время растопырены, чтобы вы ребенка могли посадить и ребенку не пришлось ремни из-под ребенка доставать. Они будут смотреть всегда в сторону, посадили, просто пристегнули, все. Вот эта фишечка очень удобная. Так, что касается ручки. Ручка у нас здесь в эко-коже, вот с такой петелькой страховочной. Кожа здесь, эко-кожа здесь достаточно приятная. Немножечко тонковата ручка, как по мне, хотелось бы ее чуть потолще. Но мягко держать, уверенно, приятно все равно. Естественно, ручка регулируется по высоте. Вот самое нижнее положение, вот самое высокое положение. 186 мой рост, мне вот это слишком задрано. В общем, я к тому, что здесь на любой рост, в принципе, можно подобрать высоту ручки. Проблем с этим не будет. Что касается, давайте рамы шасси посмотрим. На передней оси здесь есть амортизация, на задней нет. Колеса резиновые, вот просто резина, они не надувные. Передние колеса с возможностью блокировки, чтобы спокойно преодолевать какие-то неровности. Тормоз у нас здесь, я не люблю такой тормоз, когда приходится обувью обратной стороной лицевой откидывать педальку. Ну, пачкается обувь, царапается, ну, не очень хорошо это. Багажник здесь большой. Вот к багажнику у меня вообще претензий нет никаких. Доступ к нему хороший, сам он большой. Единственное, что бы я добавил в багажник, это какие-то жесткие пластины, чтобы он меньше провисал. В остальном же у меня вообще претензий нет к багажнику. Так, теперь давайте посмотрим, как колясочка у нас складывается. Чтобы ее сложить, нам в любом случае нужно снять прогулочный блок. Уберем в сторонку, чтобы никто не уволок. И после чего желательно опустить ручку, чтобы колясочка стала покомпактнее, рама. Тут сбоку кнопочки. Нажимаем их. Угу. И опускаем. Вот так вот. Смотрите, когда мы ее опустили, она блокируется. Нужно будет, чтобы до конца ее сложить, еще раз нажать кнопочку вот таким образом. И тогда она у нас полностью складывается. И получается достаточно компактная, абсолютно стандартная рама, как у большинства подобных колясочек. Чтобы разблокировать, нужно опять же вот эти вот кнопочки нажимать. Здесь нету крючка, все делается с помощью вот этих кнопочек. Вот. Собственно,
по коляске. Все, что хотел вам рассказать, рассказал. Мое мнение в целом про Бугабу и этой колясочки непосредственно. Мне Бугабу нравится. Мне нравится их качество, внимание к деталям, материалы. Козырьки у них очень хорошие. У меня только один маленький такой нюанс, который бы я подметил, это вот этот переход с люльки в прогулку и наоборот. Слишком замороченная конструкция переделки вот этого вот всего. Неинтуитивно как-то это все делается, и приходится лезть в инструкцию. Я это вам говорю еще раз, потому что именно вот у Бугабу посложнее, чем у других колясочек. Как это мое личное мнение, у кого-то оно может быть свое, тут хозяин-барин. Вот. Но в остальном же мне очень нравятся эти коляски. В любом случае, вы из люльки в прогулку делаете один раз. Потратите там 20 минут, это не проблема. Но этот момент я бы хотел подметить. В остальном же коляски прекрасные, очень хорошо собранные, качество материала прекрасное, подгонка деталей очень хорошая. В общем, по-царски гуляете, как говорится, они красивые, стильные. В общем, все здесь хорошо. Если вам в обзоре колясочка понравилась, вы что-то для себя подчеркнули, ставьте свой царский лайк, подпишитесь просто на канал. Вам это ничего не стоит, а мне приятно. И ссылочку на эту коляску я добавлю в описании вниз. Если понравилось, можете смело заказывать. Вам или день, или на следующий день магазин «Первая коляска» привезет. Ну а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочек для вашего ребенка. Всего вам доброго, до свидания.